Начнем с библиотеки NumPy и первым делом подключим эту библиотеку и все функции из нее. Далее мы воспользуемся стандартным основным типом данных этой библиотеки. Это array, то есть массив, и создадим одномерный массив из списка целых чисел. Массивы в NumPy похожи на списки в Python, однако, в отличие от списков, массивы содержат только данные одного типа. То есть у вас не может внутри одного массива быть строки и числа, например. Более того, вы не можете внутри одного списка, одного массива держать целые числа и нецелые. У вас все элементы должны быть одного типа. Здесь мы создаем одномерный массив из трех чисел целых. Можем вывести этот массив, выводить можно с помощью print, можно с помощью в интерактивном режиме просто вывести значение a. Видим, что в одном случае, в первом, когда с использованием функции print, массив выводится в квадратных скобочках, через пробел элементы разделены. В случае вывода значения в интерактивном режиме указывается, что это array, и значения разделяются запятыми. Для произвольного массива можно посмотреть его размерность, то есть это одномерный массив или двумерный, и посмотреть размеры массив, то есть количество элементов по каждому из по каждой размерности. Например, мы можем создать двумерный массив, то есть это как матрица будет, как двумерные списки мы создавали, также здесь мы можем создать двумерный массив. Создаем эти двумерные массивы перечислением последовательности элементов. То есть в квадратных скобках мы пишем array, дальше в круглых скобках записываем через запятую в квадратных скобках списки чисел, как здесь указано. Такой пример создаст массив из двух строк и трех столбцов. Вот мы можем, если мы запустим, проинициализируем переменную b, дальше можем вывести ее и увидим, что у нас получилось две строчки, три столбца. Каждый элемент — это вещественное число, несмотря на то, что мы здесь указывали число 2 и 3 целые, они были преобразованы в числа с плавающей точкой. 2,0, 3,0 и так далее. Поскольку это массив двумерный теперь, то, используя поле ndim у этого массива, мы получаем значение 2. Используя поле shape, мы получаем значение пару чисел 2 и 3. Две строки, три столбца. Можем также использовать поле size, это общее количество элементов. В данном случае это 6 элементов. Мы можем создать сразу массив, заполнить его нулями. Для этого просто перечисляем размеры массива. То есть если мы укажем функции zeros пару чисел, эту пару тоже надо указывать в дополнительных скобках, чтобы она интерпретировалась как отдельный объект пара чисел. И тогда эта функция создаст нам двумерный массив из трех строк и двух столбцов. По аналогии с функцией range есть функция arange, которая позволяет генерировать массив сразу. То есть указывая начальное значение 10, конечное значение 30, шаг 5, функция нам сгенерит все числа от 10 до 30, не включая 30, с шагом 5. То есть это будет массив из 4 чисел 10, 15, 20, 25. Иногда удобно использовать функцию linspace вместо функции arrange, особенно когда используется генерация нецелых чисел. Linspace принимает три аргумента. Начало интервала, конец интервала и количество точек, которые мы генерим на этом интервале, включая начало и конец. Тут в данном случае конец интервала включен. Таким образом, linspace 0,2,9 сгенерит 9 точек: 0, 0,0, 1 четверть, 1 вторая, 3 четверти, единица и так далее. Всего 9 чисел. Первое число 0, последнее число 2. Все числа имеют вещественный тип. Когда у нас есть одномерный массив чисел, мы можем его превратить в двумерный. Для этого можно использовать функцию reshape. Первый аргумент будет
Первая размерность – количество строчек, второй аргумент – количество столбцов. В принципе, можно с помощью NumPy создавать и массивы больших размерностей, трехмерные, четырехмерные, сколько надо. Давайте посмотрим, как вообще происходит операция над массивами. Вот здесь мы создаем два массива. Первый массив содержит 3 числа 10, 20, 30. Второй массив содержит 3 числа 0, 1, 2. И сложим два массива и вычтем два массива. Посмотрим, что получается. Получается следующее, что операция плюс на массивах работает поэлементно. То есть нулевой элемент первого массива складывается с нулевым элементом второго массива. Получается 10 плюс 0, 10 плюс 0, это 10. Дальше элемент с индексом 1 складывается с элементом индексом 1 из разных массивов, получается 20 плюс 1, то есть 21. И, наконец, последние элементы тоже складываются, получается 32. Таким образом формируется массив А плюс Б. А минус Б формируется аналогично. Из каждого элемента массива А вычитается соответствующий элемент, то есть элемент с таким же индексом из массива Б. Можно применять операции более общие над массивом. Например, можно массив возвести в квадрат. Таким образом, каждый элемент будет возведен в квадрат. Можно массив передать как аргумент какой-то функции, которая принимает одно число. И тогда эта функция будет применена к каждому элементу массива. Например, 2 умножить на синус А, где А – это массив чисел 10, 20, 30. Выведем А и выведем результат 2 умножить на синус А. А это был массив 10, 20, 30. 2 умножить на синус А – это значение 2 умножить на А нулевое, то есть на синус А нулевое, то есть на синус 10, 2 умножить на синус 20, 2 умножить на синус 30. Можно использовать для массива операцию сравнения. Например, А меньше 20 будет применена для каждого элемента массива А и итоговый. То есть, если у нас в массиве А было три значения, то результат это три логических значения. True или false. Для массива 10, 20, 30 будет такой результат. True, false, false, потому что нулевой элемент массива 10 меньше, чем 20, а элементы 20 и 30, они не меньше, чем 20, поэтому результат получается false.